Друзья, очередной вам всем привет. Попали первый раз на мой канал. Зовут меня Влад. Я путешествую, ловлю рыбу. Стараюсь раз в неделю выставлять видео рыбалки. Сегодня у нас, друзья, где-то 10 числа апреля. Приехал я на речку, которая называется Broadhead Creek. Находится она в Пенсильвании. И будем мы сегодня ловить форель. Пытаться, во всяком случае, друзья. Взял я две нахлыстовые удочки. Одна такая ультралайтовая, на нее поставил нимфы. А вторая чуть-чуть пожестче. Буду я пытаться из на стрима ловить, друзья. Ну и по дороге, ближе там уже к воде, буду рассказывать. Пытаюсь я научиться ловить скеджет стайл, да, друзья. А в основном, конечно, это двухручные удочки, но есть такая компания, ну, не только она делает, многие, но она называется OPST, она делает шнур для одноручных нахлыстовых удочек, и одноручной можно тоже бросать скеджет стайл, что мы сегодня попробуем сделать. Я уже пару раз пытался ловить так. На озере у меня получилось ловить форель на одном. Я там тренировался. А вот в реках еще я не мог словить ничего, да? Вот именно вот на этой реке я и пытался тоже половить пару месяцев назад, да? Но сейчас, по идее, запускают форель везде. Поэтому шансов больше. А, ну и какие преимущества в этом? Вам не надо оверхед бросать, да, когда, скажем, вы находитесь в положении, когда сзади деревья, да, и можно бросать легко вот такие шнуры. В общем, друзья, не переключайтесь, будем вместе учиться. Окей, друзья, вот первый перспективный участок, чуть-чуть выше по реке мелко, да, идет такой порожек. И вот тут начинается более умеренное течение, приличная глубина, ну, скажем, лучше, глубже, чем здесь, да. И, как я и говорил, буду я ловить сегодня OPST, пятый номер летит она, конечно, друзья. Короткая голова, тяжелая. Потом это называется running line. Впереди стоит где-то 7-футовый поводочек. Он заглубляется, там, скажем, 2-3 инча в секунду.
Вот так. И летит, друзья, как ого-го-го-го. Аж вон мы на тот бережок забрасываем. Бросать надо примерно 45 градусов, друзья, да, если вот 90-45. Ну и потихоньку шаг, бросок, что-то, ого, что-то было вроде бы, или мне показалось. Улетает. Ну и оверхедом тоже, друзья, летит просто за горизонт. Обловим так, а потом возьмем, друзья, мы нимфы и попробуем, потому что ого, дал я. Да, друзья, на стримеры не захотели. Опять не везет мне с моими стримерами. Будем ловить нимфинг. На нимфу, ребята. Проверим тут. Ну, черт. Как-то сюда вот меня тянет, на эту речку. Именно на вот этот участок. У меня никогда здесь не получалось ловить. Хотя я вижу, рыба есть. Только что и выпрыгнула одна. И я знаю, что запускает. В общем, проверим надежный способ. Если он не сработает, ну тогда я уже не знаю, что делать. Менять дислокацию. Уезжать на другие места. Классическая схема, друзья. Два нимфа и грузик, и сверху поплавочек небольшой. И начинаем полоскать. Двинули. Окей, друзья, несчастливое место. Вроде рыба я видел, но как-то не везет мне с ним. Именно с этим местом. Почему мы сейчас переедем в другие участки этой реки? Попробуем там. Не переключайтесь. Alright, друзья, переехали на другое место. Попробуем здесь половить. Как-то у меня здесь была очень неплохая рыбалка, друзья. А я вижу тут там, где я ловил. Занято место. Ну, река большая, в общем, будем пытаться ловить, друзья. Перешел я на другую сторону, просто я видел, что на кромке играет рыба.
Вот мы ее здесь попробуем взять. Оттуда я не добрасывал. Добрасывал, но не туда, куда мне хотелось, друзья. А сейчас мы сможем тут неплохо обловить эти места. Я вижу, стоят вот ребята, такой пул впереди. Айно. А мы сейчас попробуем здесь. Ребята, тут больше простор. Я думаю, у нас побольше шансов здесь взять будет. Фишо, ребята, я же сказал, тут сразу фишо. Фишончик, ребята. Отлично. Отлично. И такая, ребята, ничего. Ничего такая. Форель она. Лупанула прямо. Атаковала очень хорошо. Оп, оп, ох. Е. Ребятня. Вот такой вот боец. Красавец. Красавец. О, сейчас мы его. Отцепим. Взял он. Сейчас мы посмотрим, за какую. Но атаковала очень. Очень красиво, ребята. Атаковала. А, она и сама сняла. У! Опс. Сейчас мы ее. Оп. 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 Вот так. Вот такой вот, друзья, боец. Хороший. Ну ладно. Отпустим, друзья. Давай. Пошла. Красавица. Окей, открылись. Здесь, как и предполагал, друзья, стоит она здесь прямо. Даже нам надо чуть-чуть сделать больше глубину вот так. И мы будем тут ее, я думаю, бомбить по полной программе. Фух, так. Приличного размера, покрупнее, чем я вот в Нью-Джерси ловил. А в Нью-Джерси, друзья, парки закрылись. Тут я вижу, можно, это Пенсильвания. Но пикники все перевязаны желтой лентой. Нельзя. Но рыбу можно. Ух! Светун оборвался полностью. Темит. Вместе с этой ушла. Зараза. Я не хочу клюет так. Окей, друзья. Оборвались мы вместе, с рыбой ушла. А, очки повесим сюда. Погнали. 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 Рыба есть. Рыба активно кушает. Поэтому, надеюсь, у нас должны быть хорошие поклевочки. И вот сейчас такое время, когда должна клевать. Вечерок. Оп, нет. Показалось. Вечерок начинает. Солнце сейчас садится. Ну как садится еще? Только начало, но
по идее, должен быть клёв. Вот она здесь как сумасшедшая просто играет, бьет верхнюю. Ну вот ребята стоят на верхней, но я не вижу, чтобы у них тоже была какая-то активность. У меня хотя бы были поклевки. Оп, да, вижу, есть. Finally, ребята, finally. Оп. Finally мы взяли. И такой хороший рейнбоу, друзья. Хороший рейнбоу. Тут все покрупнее, конечно, чем я в Торике бомбил. Тут покрупнее запустили. Очень неплохие размеры. Давай, 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 давай. Давай, 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 родная. Ну, иди сюда. Иди сюда. Мы уже все. Устала. Воздуха. Не хочет, друзья. Сдаваться. Но почти сдалась. Почти сдалась. Почти сдалась, ребята. Почти. Почти, ребята, вот оно. Вот оно. Пойдем на берег тогда. Раз ты в воде не хочешь браться. Ох! Красиво. Хороший размер. Очень хороший. Вот так вот. Вот такой вот, ребята, боец, а? Отличнейший. Отличнейший боец. Еще сейчас мы его прооперируем. Черт возьми, вот такая вот, друзья, красавица. Не получится, да? Все? Ну, отпустим ее, друзья. Вот такая вот пошла. Красавица. Красавица. Ну, это значит, что мы можем сейчас хорошо она. Хорошо взяла, друзья. Хорошо взяла. За верхнюю. Отлично, отлично. Будем продолжать, значит. Хорошего размера будет, да? Больше, чем там у нас. Ну ладно. А ты не смогла достать? Телефон не добивает? Oh, man.
Бусь, можешь пойти в машину посидеть, если хочешь. Фишон. Фишон. Это еще, как и говорил, как и предполагал, вечер. Начался клев. Начался клев. Друзья. И форелина у нас в кармане. Опа, ребята, сейчас мы ее будем. А, вот такой вот боец невидимого фронта. Красавица, друзья, красавица. Давай. Окей. В принципе, можно брать, друзья. Ну, знаете меня, я как бы стараюсь почти всегда 99% отпускаю рыбу. Камбалу могу взять, да, вкусная. Страйбеса, ну, почему нет, да? Лосось, который здесь у нас, он не очень. Вот икра, да, можно. Ну и все. Форель тоже вкусная рыба, но я как бы за такую ловлю. Отпустил. Пусть живет. Правда, тут другие бы заберут, но другие это другие. Мы это мы, друзья. Мы это мы. Ну а вы напишите, отпускаете, не отпускаете рыбу. Когда что, когда как. Друзья, ну что, закончилась наша рыбалка. Считаю, удачная получилась. Ничего, рыбы было много, но поклевок не так много, как хотелось бы, да, друзья. Сошли по моей вине, во-первых, несколько штук. Или привязал плохо, не проверил поводок. Ну и я одна убежала, как торпеда. Зацепился я за ручку катушки. Ну и словили 3 штуки. Так что, друзья, если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся на рыбалке. Всем удачи!